районе деревни Андреевка состоялось открытие турнира Гран-при России командного первенства на Кубок главы Селивановского района «Горбатка Опен» по 3D-стрельбе из лука. Как всегда, главные цели соревнований – это развитие пропаганды 3D-стрельбы в России, повышение спортивно-технического мастерства спортсменов-лучников и выявление сильнейших в этом виде спорта. Организаторами выступили Национальная ассоциация стрелков из лука, администрация Селивановского района и спортивный клуб «Колпь». На соревновании собралось рекордное число участников – около 100 спортсменов из разных регионов России. Многие из них на протяжении всех лет проведения турнира в нашем районе ежегодно приезжают в Красную Горбатку. На торжественном открытии выступил с приветственным словом и пожелал всем успехов Сергей Дмитриевич Ломакин, заместитель главы района. Также он поздравил лучников с недавним событием. 6 июня этого года 3D-стрельба из лука зарегистрирована во Всероссийском реестре видов спорта и спортивных дисциплин. Ну, вот этот турнир, он уже проходит у нас на территории нашего района в 6-й раз. Действительно, администрация заинтересована в том, чтобы люди приезжали, смотрели на наш поселок, на наш район. Сначала не было нашей команды. Сейчас она занимает далеко не последние места, лидирующие. Это привлекает и молодежь нашу к занятиям физической культуры и спорта, к здоровому образу жизни. И мы все-таки стараемся для того, чтобы создать для участников соревнований, для жителей нашего района максимально комфортные условия, для того, чтобы им было здесь комфортно, чтобы им хотелось сюда приезжать еще раз. Турнир состоит из двух отдельных этапов – индивидуального турнира и командного первенства. Проходит он на трех площадках. О ходе соревнований и результатах мы расскажем в субботней программе 2 августа.